What is the point of all this? Okay. I need to stay calm. Нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудный путь по оккультуриванию этой планеты на благо нашей Родины. Правительство Запада расценивает наши намерения как агрессивные. Они не признают наш суверенитет, суверенитет Советского Союза. Но за нами стоит так много побед. Мы дали отпор германской агрессии, стали могущественной державой и доблестно боролись за распространение коммунистических идеалов среди других порабощенных. Позволит стране Советов вырваться далеко вперед. Обеспечим весь Советский Союз энергией. Источник, который мы откроем здесь. И я буду стоять во главе этого свершения. Okay? Oh man, this is messed up. Listen, you're almost out of oxygen. I'm pretty low myself, but I'm gonna give you everything I can.
think there may be some air canisters in that town. Okay, you're gonna be all right now. Just hang in there, buddy. We'll figure this out together, all right? Whoa! Ah! Назад мне удалось запереться в комнате. Может, мне повезет, и они не смогут залезть сюда. Конечно, на самом деле.
Я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Я понимаю, что мой конец близок. Последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился с мыслью о кончине. Но как бы мне хотелось, чтобы, встречая ее, я не был бы один. I bet I can make use of this. Found some kind of portal that transported them to this planet. And then things went terribly wrong. Распространяется все быстрее. Все попытки сдержать его пока не увенчались успехом. Однако мы не сдаемся. Мои коллеги работают без устали. Здесь мы имеем дело с неземными существами, поэтому многого мы не знаем. Задача очень сложная, но мы ее разрешим. Мы должны ее разрешить.
to find a way to turn this on. There's a way around.
Не следуй за мной! That was either a vivid hallucination, or I'm not alone on this planet. Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых нами «зеленый огонь», кажется достаточно высокой, и мы думаем, что они также могут служить источником пищи для остальной растительной жизни на планете. Чтобы успокоить моих коллег, я вернул генераторы на нормальный выход тока. Но результат... Я вдруг подумал, интересно, не является ли обилие энергии само по себе сдерживающим фактором военного конфликта? Опустили бы наши враги свое оружие, если бы узнали, что наши реакторы никогда не отключатся? Что осталось бы от их самодовольства, от того, что их